Они считали, что умеют петь. Что мы верим в чудо. Им казалось, что лопаты и веники смогут их защитить. Они думали, что гармонь – это оружие света. Они сильно ошибались, и они узнают об этом. Беспощадный, жестокий, провокационный. Нереально не горят. Смотрите, 31 декабря, в предновогодний вечер, от создателей новогодней песни 5 и хора из Краснощелья. Триллер, мюзикл, а потом зазвучала песня. Кто-то счастья ждет, кто-то в сказку верит.